Геннадий Петрович, у нас сегодня тема нашего выпуска рубрики «Красота» – шунгит. Вы что-то слышали о шунгите? Конечно, слышал о шунгите. Значит, так как нам специалист рассказал вкратце, откуда он прилетел или образовался, а мне больше интересует, знаете, а что он делает? Оказывается, давным-давно в Карелии было месторождение этого шунгита, и оттуда бил такой родник. И этот камень, посмотрите, он черный. Черный. Его называли, знаете, как раньше? Его называли аспидный камень. Боже мой! Так вот, оказывается, Борис Годунов сослал Ксению Романову туда. Так. Ей было всего лишь 30 лет. Вот смотрите, омолаживающий эффект. До 30 лет у нее было 7 детей. Она уже до 30 лет женщина. Да? И ни один не выжил. Представляете? Какой кошмар! Вот именно. А после того, когда она попила водицы, искупалась в этом источнике из аспидного камня, она родила богатыря, который дал начало династии, Михаил Романов. И 300 лет. Откуда это пошло? То есть наши цари шунгитовые. Вы представляете? Вот это да, Геннадий Петрович. Какую силу дает, какую вы нам сегодня рассказали историю, как это все здорово. Ну, мне, конечно, как женщину, как и наших телезрителей, очень интересует вопрос омолаживающего эффекта и оздоравливающего, естественно, на шунгите. У нас крем. Крем у нас для лица. И вот вопрос в следующем. Неужели такой чудодейственный способ омоложения всего лишь в креме? Ну, получается так, да, что дело в том, что шунгит обладает вот такой вот особенностью. А именно, если он омолодил эту Ксению Романову, которая после родила, естественно, в организме происходят изменения от применения шунгита. Идут все омолаживающие процессы, и, будем говорить, кожа просто-напросто там расцветает. Более того, весь организм расцветает, потому что хорошая кожа – это явление того, что весь наш организм омолодился. Поэтому шунгит я сам лично использую. У меня есть фильтр там шунгита. Вот. Более того, я, значит, в Ростове побывал, знаете, в такой вот комнате, которую всю не обклеили, а обставили шунгитом. И представляете, когда туда входите, она вот вся черная. Называется это шунгитовая комната, значит, вот. Смотрите, такие комнаты только бывают в санаториях, потому что они делаются с монолита. И представляете, настолько этот камень дает, ну, как бы сказать, свою энергетическую оздоравливающую ауру, что там просто-напросто такая атмосфера и запах особый. Знаете, как огромный какой-то ионизирующий комплекс работает. Вот это да. Кстати, и вот это тоже очень полезно. Так, ну-ка, вот Геннадий Петрович прикоснулся. Покажите вот так вот ручки вот нашим телезрителям. Черненькие вы видите, такие. Да, я вот сейчас тоже. Я чувствую, вот буквально, это натуральный минерал. Итак, сила шунгита, крем для лица против морщин. Ну, давайте будем испытывать. Еще знаете, что мне нравится, Геннадий Петрович? У нас здесь очень хороший объем. У нас здесь в одной баночке 100 миллилитров. То есть эта баночка, знаете, бывает вот по размеру... Хватит надолго ее. Очень надолго. Тем более, что в комплекте вы получаете сразу две. Давайте обратимся к нашему косметологу, специалисту, к Светлане и попросим рассказать, как происходит омоложение, ну и, конечно, когда мы увидим эффект. Да, действительно, Олечка, добрый день, Геннадий Петрович. Добрый день. Очень хорошо, подробно рассказал, но нам-то интересно действительно, как он в косметологии действует. Сегодня у нас было две модели. Аллочка, да, понятно, мы увидели, но нам интересно, как это действует и на мужчине. Вячеслав у нас тоже 50 лет, и он тоже хочет выглядеть молодо. Вячеслав, так, пожалуйста. Светочка, у меня вопрос в следующем. Мужская кожа, ну, я так понимаю, она более плотная, она более бывает обветренная. То есть она практически никогда на себе не ощущала ухода. Неужели этот крем, да, подействует на такую сложную кожу? Конечно. Действительно, Оль, кожа мужчины другая, она более грубая, да, будем уже говорить такими простыми словами. Конечно, будет действовать. Уже Геннадий Петрович нам сегодня сказал, что шунгит – это уникальный компонент, что в нем находятся фолинеры, которые борются со свободными радикалами. А что такое свободные радикалы? Это те
противные молекулы, которые окисляют наш организм, они его не просто окисляют, они его разрушают. И эти фуленеры, они являются замечательными, эффективными, мощными мощными антиоксидантами, как раз которые препятствуют преждевременному старению. И действительно, и мужчинам, и женщинам после 30 лет мы можем его смело рекомендовать. Слушайте, ну я прям под впечатлением нахожусь, во-первых, после того, что мы познакомились с Аллой, который невероятно выглядит свои почти 50 лет, едва дотягивает до 37, то это я, можно сказать, с женской завистью сказала эту цифру. А здесь мы испытываем на мужчине. Давайте посмотрим, как у нас уже кожа начинает разглаживаться. Наш Вячеслав сейчас молодеет на глазах. Знаете, вот женщины всегда озабочены проблемой, чем бы таким помазаться, чтобы стереть следы. Да, следы возраста на своем лице. Вот скажите, пожалуйста, как вы считаете, это именно заслуга Шунгита, вот такое волшебное воздействие на кожу? Это как раз особенность вот этих вот фуллеренов, угу, которые имеют структуру примерно как футбольный мяч, и они состоят из 6 и 5 гранников, которые так несут особую энергетику. За счет того, за счет этой энергетики усиливаются все компоненты, которые входят, угу, в этот крем. Помимо шунгита. Да, угу, и естественно получается такой интересный омолаживающий эффект. А вы хотите помолодеть? Вы хотите выглядеть молодо? И вы представляете, тут уже речь идет не о том, чтобы выглядеть моложе на 10 лет. На 20! Хотите? Действуйте, звоните прямо сейчас. Вы посмотрите, какой нежный крем. Нежный. И у него такой есть небольшой оттеночек, да, вот, Геннадий Петрович, да, посмотрите. Очень интересный оттенок. Немножко такой вот сероватый оттенок. Это именно за счет вот этих вкраплений частичек шунгита. Представьте они себе. Они настолько маленькие, что вот в виде только сероватого оттенка мы их не видим. Приятный на ощупь. Ой, на вот аромат запах, у него. Запах вообще чудный. И, конечно, мне такой вот вопрос. Давайте теперь спросим нашу Светлану, косметолога. Свет, скажи, пожалуйста, как правильно наносить, для какой кожи рекомендуешь и когда увидим эффект? Давайте мы сразу действительно посмотрим на Вячеслав. Вячеслав, наносите небольшое количество, а я буду комментировать. Ну что, видно, да? Фото сделано утром до того, как мы начали нашу программу. Вячеслав приехал у нас к 10 утра, и вот сделана фотография. Свет, что мы видим? Смотри, сразу мы смотрим в область вокруг глаз, да? У нас уменьшились морщинки. Морщинки в области лба, они у нас тоже уменьшились, носогубные складки. И вообще, я всегда рекомендую, как эксперт, мазать и наносить прямо вот ближе вот к ушкам, потому что у нас здесь тоже находятся морщинки и у женщин, и у мужчин. И также мы не забываем про нашу шею, потому что уже после 30 у нас рельеф нарушается, у нас появляется птоз, и, соответственно, и эти места мы тоже прорабатываем. Для того, чтобы добиться хорошего рельефа, хорошего цвета кожи, убрать мимические морщинки, причем сделать это мгновенно, лифтинг-эффект, мы используем этот крем. Даже... Вот это да. Вот слушайте, вот я сейчас смотрю и вижу, вот как действие происходит мгновенно, да? На более грубой мужской коже видно такой хороший, очень эффект. Да, обалденный. Лица, я бы сказала, да? И вот как Геннадий Петрович сказал, особенно носогубные складки, да? И вы знаете, я бы еще добавил, что вот этот вот, ну, вообще шунгит, он имеет свойство накопления, аккумуляции в организме, и за счет этого усиливается воздействие. То есть это действие не только мгновенное, оно остается и далее усиливается. Используйте каждый день. Это потрясающее предложение. Вы получаете сегодня силы шунгита. Это крем для лица против морщин.